Ой, а я даже и не снимала стойка. Эдик! Эдик! Эдичка! Эдик! Эдик, сидеть! Иди сюда! Сидеть, сидеть! Тихо! Сидеть, сидеть! Стой! Успокойся! Сидеть! Хороший. Ой, не пластик. Могу расстегнуть. Одной, Эдик, рукой неудобно. Я тебе сниму. Пойдем, бабушка тебе снимет. Держи его. Против? Ой! Он греется, смотри, Анфиса сейчас его... Садись, она сейчас в драку на него кинется. Она не любит, когда он бегает. А он сразу, видишь, боится. Сейчас у него удар по лицу. Бегай, ты у нас миленькая собачка, где никто не обидит. Да его Анфиса все время обижает. Кыш-кыш-кыш. Кыш, кому сказал? Эдик, иди грейся. Кому сказал? Беги! Беги! Тут нету кошки! Да не вытирайся, блядь, такой об диван! Эдик, не вытирайся об диван! Ай! Он от меня вытирается еще! Тузик! Это кто? Да Эдика я зову Тузик иногда. Это кто говорит? Кто говорит, устал. Эдичка. Да нет, ну. Ты что, смотришь на него? Я тебя увидел. Кыш, кыш, кыш. Быстро вон. Быстро. Так, Елисей, по диванам не ходим. Да, по диванам мы не ходим. Конечно. Быстро. Вон, вон. Да куда ты ее? Пусть она... Пусть она там в углу сидит. Эдик, давай, пищись со мной. Пошли, Эдик. А да куда же диван-то? Эдик, а чего он меня не слушается? Да он никого не слушается. Обнаглел. Все, видишь, ему... Ему жарко стало в этом комбинезоне. Иди раздену, пошли. Давай, меня не укусит и сел. Да ты не сможешь, там надо на животе расстегивать. Ну. Эй, песик! Ой. Эдик, иди сюда, иди расстегну. Почему у меня не спит? Это у тебя что играется? Музыка. Эдик, сюда. Ко мне. Эдик такой, сейчас. Ага, сейчас, да? Ну бегай давай, что ты? Пошли, Эдик. Эдик, ну давай, ну ты сможешь. Не бойся, сейчас снимите. Ну-ка, как мне, Эдик! Он все время любит вот так вот возле дивана ходить. Может, тебе тут тусу сделать? Он знаешь, что делает? Он чешется об ковер. Видишь, шею чешет. Ого! Че он так лег, смотри, как подстреленный. А ну-ка, дай мне вот эту вот штуку. Какую штуку? Такую, которая такая доски. Ты на телефон не сядь на свой. Такой зюн по окнам. Куда пошел? Иди сюда. Иди сюда, Эдик, ты что? Конечно, я ничего не сняла. У меня опять выключена была камера. А я не успел тоже. Ты представляешь, да? Какая бестолковая я. Нормально, да? Лучше... Почему я все время камеру забываю? Лучше позвоню. Вот так, Нуша, вот так вытираться нужно. Вот так, всем высылайте. Вот так нужно вытираться. Вот так. Вот так нормально. Вот так. О! Эдик, как тебе лежится? Давай, балуйся. Давай, ты же личинка, которая родилась. Какая личинка? У Костяна в комнате все завешено, белье сушится. Сегодня у нас ночует Елисей. Сидят они, играют на Соньке. Вы на какой Соньке играете? Четвертый. Где Елисейка-то? Сверчки поют. Сушил, все завешено белье. 4 раза стирал. Завтра мы едем в Серов. Завтра у Елисея день рождения.
Завтра мы всей бандой едем. Там молодежь у нас что-то арендовала. Будем где-то веселиться. Так что поспим до обеда, встанем. Елисеи придут, нарядят. Мы все нарядимся и поедем. Девочки, у меня произошла страшная неприятность. Страшенная неприятность. Ой, я в очередной раз, наверное, в пятый или в шестой, разбила очень красивую мыльницу. Очень красивую мыльницу. Видите? Дело в том, что хер бы на нее бы вот дно разбило. Но я ее привезла из Москвы, из Леруа Мерлена. У нас этого магазина нет. И у меня, видите, все оранжевое. Расстроилась, как собака. Вот говна мыльница, ну до такой степени жалко, потому что мне же надо вот оранжевое, да у меня и форма такая красивая. А все умыли. Вообще капец. Все умыли, тут все умыли натекло. Сейчас буду мыть раковину. Как бы я ни старалась, чтобы была пустая стиральная машинка, бесполезно. Бесполезно. Все умыли, видите? Все умыли, она раскололась и прям пшш, вот так вот. И я вся в мыле, сейчас пойду переодеваться. Ай, блядь, очень мне жалко мою мыльницу. Четвертый раз сегодня стирает машина. Представляете? Четвертый раз. Сейчас уже пол второго, последняя стирка, и все, и буду спать ложиться. Ребята, у меня сегодня день говно. Мыльницу разбила. Любимую свою красивую. И посмотрите, вот прям от коленки и вот, вот до сюда, вот как штаны задрала. Это я ошпарила кипятком себе ногу. Вот оно все вздувается в волдыри. Видите? Вся она вздувается вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Вот волдырь надувается. Задеть не могу. Адски болит нога. И такого же размера на животе с этой же стороны. Вы представляете? Это же капец. Вы не представляете, как болит нога. Вот недавно я смотрела на Ютубе, как ребенка ошпарили. 80, что ли, процентов ожога. Так это правильно, люди умирают от болевого шока. Тут кусочек на ноге, и это адская боль. Ну, кусочек-то вот, не маленький, смотрите. Больше, чем рука. О, на всю ляжку, короче говоря. Вот от самой коленки. И вот она все потихонечку, она все вздувается. Блядь. И точно так же на животе. Ну, живот показывать не буду. Это пиздец. Ребята, 4 дня назад привезли мне корм для хамелеона. И гусеничек привезли. Забыла, как называется. Их еще не было видно. Они были тоненькие, как ниточки. Посмотрите, они уже какие стали. Видите? Какого размера вот. Ножки у них появились. И с другой стороны. Они вот все. Вот это вот у них вот на вот, вот это вот. Это мед с чем-то забыла. Вот они его пожирают. Пожирают и так быстро растут. Представляете? А, вспомнила. Гусеница бражника. Гусеничка бражника. Это вот корм для хамелеончика. Для нашего Алёшеньки. Сверчков я тоже до сих пор не пересадила. Боюсь пересаживать, потому что у них есть для них специальный террариум, но они
Вот пересадишь их, и они начинают дохнуть. Очень быстро, моментально начинают дохнуть. Они же не дешевые, что это вот корма на 2000. И а здесь они живут как-то нормально вот в этой банке. Вот морковку жрут. Я думаю, ну и черт с ней, пусть они в этой банке живут. Не буду я их пересаживать. Я им даю только влажную пищу, чтобы им воду не ставить. Воду-то некуда ставить. А влажную пищу, морковку вот, например, хорошо промыла, мокрую морковку дала. Так она вон уже сухая, они все съели. Ой, Господи, вот как-то так.